Федеральное правительство Германии закупило 1 000 000 упаковок таблеток от коронавируса у американской компании Pfizer. Первые поставки ожидаются уже в этом месяце. По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, этот препарат очень многообещающий и может значительно ослабить тяжелое течение болезни. В Германии хотят пересмотреть длительность обязательного карантина для контактных лиц. Речь идет о людях, которые вынуждены пребывать в изоляции, не имея симптомов коронавирусной инфекции. К другим новостям. Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг дал экономический прогноз на 2022. По его мнению, рост инфляции в Германии в последующие годы продолжится до уровня 3%. Что касательно экономического роста, то, по словам специалиста, в 2022 году ФРГ она составит 4%. Жители Германии в 2022 хотят простых вещей. 64% опрошенных немцев мечтают больше общаться с родными и друзьями, а также избегать по возможности лишнего стресса. 59% ставят целью на 2022 год больше заниматься спортом, примерно столько же вести более экологический способ жизни.